контролировать. Сегодня уже 5 малинок мне дочь сорвала, принесла уже. Говорит, все закончилось, тебе же можно. Вчера ты ж 3 съела, сегодня 5 уже. Повышаем планку, да? Да, потихоньку повышаем планку. А вот они, помощники, которые меня стимулировали на то, чтобы я пошла в этот проект. Потом я долго размышляла, у вас баннер висел, приглашающий достаточно долго времени. И уже потом, когда я поняла, что я чего-то смогу добиться на этом проекте, я написала заявку. То есть участие ради участия – это не ваше? Нет. Вот либо мы идем до конца и добиваемся каких-то результатов, поставленных целей, пусть там не в самых вершин, но добиваемся результатов, либо тогда уже совсем не участвуем. Я подшучивал больше насчет еды. Я же не знал, что и можно, что и нет. Там образно собрал каких-нибудь ягод, принес, а мне нельзя. Ну, косяк. А так, в принципе, постоянно на позитиве, такого не было. Прям расстройства. Были расстройства, когда в номинанты на выбывание попадала. Но мы знали то, что она пройдет дальше, без всякого сомнения. То, что она похудеет, не похудеет, мне не столь важно было. Мне важно то, что она стала себя чувствовать лучше. У нее перестали головные боли, перестало прыгать давление. Скорее всего, не столько физически, сколько из-за питания. С одной стороны, она, по крайней мере, вот сколько она занималась, у нее не было такого, что давление там прыгнуло, она лежит, голова болит или еще что-то. Вот это огромный плюс. А все остальное для меня не это. Главное, что здоровье. Главное, что ей самой интересно. Она занимается, она поверила в себя, что у нее вот там, я могу физически, ну давай ты тут уже меня подкалывает. Сможешь сделать то, что мы там делаем? Первое и самое главное наше семейное развлечение – это уход за нашим хозяйством. Это домашний совместный труд, который неотъемлемая часть утром и вечером. И, кстати, домашний труд и домашние дела, они очень сплачивают. Но у нас достаточно творческая семья, много очень мастерим руками. Я сказала, а может тебе похудеть дома начать как-нибудь самой заниматься? Ну, а потом ты увидела по телевизору проект и сказала, мама, а если б тебе в такой? Ну да, там взвешенные счастливые люди, я сказала, почему бы тебе не пойти такой проект? А мама сказала, это в Москве, как я попаду, вот бы в Ставрополе такой проект практически прошел. В целом, что дал проект? В целом дал проект уверенность в себе, умение распределить время, обязанности. Потом вернул уважение к себе, скажем так, и стимул идти также дальше. Поверила в себя, я вернулась к тому, что себя нужно любить. И потом будет все достаточно хорошо. Вот. И вот эти голоса читателей, они мне помогут полюбить себя дальше. Именно вот для того, чтобы я могла и поддерживать семью мою. Это символизирует это семью, семейный очаг. Каждая картина и каждый элемент, он имеет, например, орех – это благополучие, соответственно, деньги – это к достатку в семье. Зерно – это к урожаю.